пущу, возможно, мук. Кошка номер один. Я уже не помню, соседская это. Или Тошина. И кот номер два, который уже ускакал. Не знаю, где они тут проходят. Но я тут двор закрывала. Крыльцо у меня закрыто. А они взяли и оказались... Точнее, этот рыжий кот оказался в... Ну, короче, в доме. В сенях. Сейчас будет страшный ужас. Я не знаю, распухла у меня бровь или нет. Я поднимала ветки, нападавшие после сильного ветра. Ко мне прицепилась пчела. Прицепилась, и хоть я от нее, ну как бы, я замерла. Я спряталась под мокрыми опавшими ветками. Но эта сволочь решила умереть смертью храбрых и цапнула. Вот уселась прямо вот так, хорошо, хоть не в глаз, а над бровью, бровь прямо. И укусила меня, уселась и шпокнула. И я уже ее просто рукой сняла, жало вытащила, тут же пошла выпить супрастин, намазала кайлашем. Надеюсь, не будет распухать. В общем, вот, прелести жизни в деревне, когда ты потомственный пчеловод. Свет нам дали спустя 2 часа. 13:30 отрубили, 14:15. Через 2 с лишним часа дали свет. Ну, хорошо, что дали. Это, наверное, благодаря тому, что свет отрубился еще в Прилуках, а мы от Прилук зависим. Если в Прилуках было все нормально, отрубилось только у нас, как в прошлом году, на самую жару на 3 суток в Моисеевском, и всем было с большой высокой колокольней очень сильно по-большому, ну, плевать, срать и так далее, и что Головинскому поселению, куда звонили не один раз, что Угличскому, как бы... Угличу, ответственному за свет, тоже было плевать. И в Москву уже, насколько мне известно, соседи тогда позвонили. И только потом зашевелились. Дали свет. Хорошо, что в этот раз жары нету. Всего лишь на 2 с лишним часа. Вот. Я ужаленная пчелой. Только в тапочках и шастать. Я надеюсь, видно. Там радуга. Привет, зрители, если не говорила. У нас, короче, сегодня уже 4-й раз дождь за день. Во второй раз была гроза, когда был дождь. Отрубили свет на 2 часа с лишним. Я про это говорила в предыдущем видео. Сейчас уже 4-й вот дождик. И я нашла ласкота. Она такая, ее почти не видно, эту радугу. Она такая легкая-легкая, блин. И с той стороны солнышко, с другой стороны дождик. И солнышко сейчас много где. И дождик идет. Очень насыщенный день. И пчела меня шпокнула. И ветром обломала очень много веток ивы за домом, на которую сестра в детстве лазала, как, ну, у нее гнездо там было. И кошки шарахаются. И рыжий кот Тошин приперся в наш дом, в дырку, куда, видимо, раньше ежик шастал. Тут под лесенкой со двора, где дверь, основание двери открывается. Вчера ночью приходил Чистяковский кот. Я еще думаю, надо же, он так близко орет. А потом кошка шипеть стала в щелку в двери, которая с избы в этот в сени. Я закрыла дверь, думаю, ну он же был на улице. Я видела, дом запирала, его не было никакого кота. Он был на улице, а у них, оказывается, вот дела. Моя тетя в прошлом году говорила, что там дырка есть. Но я думала, что дырка со стороны туалета, ну, вот со стороны горницы. Я вот камеру держу на эту радугу. Я не знаю, я ее как бы вижу расплывчато в своих очках. Она все бледнее и бледнее. А на камеру я не понимаю, видится она или нет. Может, ну, как бы сейчас вроде тот же самый режим точно все передает. Просто есть еще какой-то режим, который вот передает именно фиолетовый такой. Ласточки, вы уж простите, но вы, блин, сами тут свели гнездо, вас никто сюда не звал. Есть другое гнездо в другом месте. Есть куча мест, где можно, блин, свести гнездо. Они за прошлую, вот вчера, вчера уже это было гнездо, вчера за позапрошлую ночь они свели это гнездо. Жуть. К нам вчера приезжали товарищи за ульем, за раем. Я только сегодня обнаружила эти носилки. Я еще думала, что ну как это нахрен им эти носилки. Короче, бедные люди таскали без носилок.
Я просто не знала, мне не предупредили, что есть носилки, что не понесут на носилках, потому что в прошлом году приезжали другие люди за раем с ульем и перетаскивали его совсем поиначе. Ну, в общем, кто во что горазд. По-моему, радуга пропала. Может, только совсем-совсем намек какой-то, я вот кусочек вижу своим одним глазом, если защурить глаз. Вот я с камерой. Там где-то серое окошечко есть. Так, у нас там что сейчас? Приближение еще не то. А теперь у нас наклонение башки. Где там это серое окошечко? Рыжий кот, серое окошечко. И где-то тут урчит Ариска. Наверное, надо как-то снять по-другому. Репортаж из окна. Теперь оно выглядит вот так, потому что я сама изогнулась по-другому. А ведь я просто хотела молока с чаем спокойно попить зеленого краснодарского, которому 3 года с лишним. Ну, 3 года уже, да. И он тут 3 лета торчал, по ходу дела. С августа 2020 года даже почти 4 лета. Я вот думаю, интересно, есть ли экскурсии по Краснодару, по чайным плантациям? Вообще, там написано, что в Сочах его делают. Или в Сочах, фиг знает. Как правильно ударение. Люблю все-таки я свою камеру. Кто бы что ни говорил. Это у нас ветки нападали сегодняшнего ветра, я собрала. Те, которые могут посохнуть, а потом на растопку печки пойдут. Нашла новый способ. 1-2 тонюсеньких полешечка, пара-тройка веточек, кусочек толи, маленькая газетка. Ну, газетка можно плюс-минус. Сначала растопить газеткой, прожечь газетку в трубе, которая, в которую раньше самовар втыкался, потом 1-2 тоненьких таких, это, ну как, даже не полешечки, да, их даже полешечками не назвать. 2-3-4 небольших палочки таких, ну, хворост, типа, кусочек толи. Разжечь, а потом туда 1.5 или 1 большое, 1 маленькое. Можно сказать, 1.5 полежка сунуть, березовых, например. Или 1 большое березовое. И все. И оно приличненько так горит, будто там куча других маленьких тоненьких полешек. И тепло долго держится. И углей при этом мало. Открытие века. Или открытие сезона. Вон тут серая ползет. А моя урчит. На месте стоя. Не, можно, конечно, помочь и разогнать. Мне интересно, что за серая кошка? Она дикая такая. Кошка! Кис-кис-кис-кис-кис! Башку повернула. Рука. А рыжий кот спрятался за серую кошку. Надо было тут уже хоть узнать, что ли, что за серая кошка. Кошка, ты чья? Такого цвета, правда, потом он стал как Алиска. Был кот, который изначально думали, что кошка. От тошиной кошки, которая сейчас выдрах. Который сейчас... Ну, короче, думали, что кошка, назвали Аська. А Аська оказалась мальчик. Но вот мальчик так и откликался на Аську. В общем, этот Аська сначала был вот такого цвета, как эта кошка. Не знаю, чья.
А потом через полгода ему стукнуло, он стал как моя кошка цветом. Может, мне сейчас резики одеть, да к ним прийти. И вот я, значит, пока тут расчехляла камеру, рыжий туда-сюда, а потом и серая удрала. Серая кошка. Кис-кис-кис. Дай вблизи на тебя глянуть. Кис-кис-кис. Да не буду я тебя рахать. Я вообще специально вышла тебя заснять. А ты удряпываешь. Кис-кис-кис. Нас где-то 7:30, наверное, сейчас. Вон она там сидит на мостике, наверное, ее не видно за травой. Кошка. Кошка-бармошка. Ой, веточка того. Все-таки ее ветром схренач. Ой, я же тут их собирала, а сама кинула. Короче, у нас сегодня от сильного ветра с березы, которая ближе сюда, по ходу дела, ветром согнала ветку на дуб, на сам, ну так, поближе. Как-то загадочно. А Светла, которая за домом, аж сюда веток пригнала. Че, кошка, ты удра поляла или спряталась в траве? Я тебя не вижу. А где моя-то дурында, научившаяся защищать территорию, стала урчать, рыжего кота по морде бить? Кошка, ты где? Ты тут? Алиска, я хотела сегодня до поля съездить, в одно место. Но это, в ближнее поле причем. Пошел дождь аж 5 раз. И даже гроза 1 раз. Даже свет отрубили во время грозы. Еще до того, как она загромыхала во время ветра. Кошка, тебе в другое окно. Это запертое окно. У тебя есть свое персональное окно на кухне. Я успела снять гамак до того, как пошел второй дождь. Только думала его повесить, как пошел еще дождь, и совсем маленький дождь. И солнышко такое, и дождь идет, и радуга, короче. Ну, в общем говоря, я хотела посидеть на гамаке и поскоблить орешки лесные. Но гамак не висит, лавочки еще мокрые. Вроде к соседке собиралась, но что-то хз. У меня там еще печка не дотопилась. Ну, в смысле, ее еще надо закрывать. Кошка Алиска. Куда рыжий-то удрал? Рыжий, ты совсем удрал? Или заныкался где? Сейчас я покажу тут то место, куда сегодня рыжий залез. И я узнала, где у них хвост. Ой, котечка, ты сюда прискакала. Я не против тебя, если ты мою гонять не будешь, а если еще дашься погладиться, то совсем не против тебя. Я люблю кошечек. Дикая. Короче, где, блин, оно тут? Вон, куда я чехлом от камеры показываю, вот там как раз темная такая дырочка, и вот это лаз. И оно пролезает прямо по ходу дела. Ну, под двором, оказывается. И там можно, соответственно, вылезти, потому что дырка теперь, ну, так расчехлось. Я сейчас не смогу показать, потому что изнутри заперт двор у меня. И оно вот так залезет, залазит этот кот, кошка. Вчера Чистяковский кот вопил. Я еще думаю, надо же, дом запирала, он снаружи был, а тут ощущение, будто в сенях орет. А он реально забрался, а потом к утру вылез. Гад такой. Не, я понимаю его кошачью натуру, он хочет кошку, но у него тут под боком. Я не знаю, куда у соседей черно-белая делась. Сиамская. Черно-белая. Вот прошлый привет, она еще была. Еще одна сиамская. Такая серо-буро-малиновая. У Тоши. Две как раз сиамская, серо-буро-малиновая. Вот это серая, 5 кошек. Еще есть кот, который оно... И кот, который рыжий. Неужели вот они не могут поделить этих кошек между собой? Не знаю, куда делать черно-белая котенка, которая приволокла в прошлом году к нам на крыльцо, на крышу. Может, ее куда-нибудь увезли какие-нибудь родственники соседей. А эту привезли? Или это котеночек? Вроде в прошлом году у них какой-то котеночек оставался. Может, это он и есть? Кись-кись-кись-кись. Кусь-кусь-кусь. Васька, Васька, Васька. Муська, Муська, Муська.
какого ты пола вообще? Кись-кись-кись-кись-кись-кись. Ты, конечно, наверное, сытая, но я могу тебе предложить кусочек сосисочки. Или пельмешку с кроликом, которую я сюда брала еще в прошлый приезд. Эти, как их там, ермолинские пельмешки с кроликом по 400 рублей с чем-то за кг. Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Вась-вась-вась-вась-вась. Кусь-кусь-кусь-кусь. Кись-кись-кись-кись. Я не знаю, куда меня камера-то показывала. Она же сидит на ровном месте и охреневает, что ее сюда зовут. Откуда обычно гонят. Ладно, пойду чай допью. И печку проверю.